уважаемый казак, если муж толкает жену в споре, это насилие или нет? Свой мужчина, ну, имеется в виду отец, муж, сын, всегда прав. Жена должна залезть под лавку и дрожать там, бояться своего мужа. Оставьте в покое вот, людей. Люди хотят жить частной жизнью. То есть если побыв внутри семьи, они сами разберутся, а приход полицейских может только ухудшить состояние, и они уже не помирятся. Я не оставлю в покое, если я увижу ситуацию насилия, я буду все равно вмешиваться.